Сегодня 24 мая. Чечевица, сорт Red Cod. Предшественник озимая. Озимая пшеница. Посев в конце, ну, где-то в конце апреля. Точную дату сейчас не скажу. Клубеньки на корнях присутствуют. Глубина до 3 сантиметров. Здесь где-то 2 сантиметра была глубина. И даже подземный узел, он ближе к поверхности, немного расслабился в связи с относительно благоприятными погодными условиями. В целом чечевица равномерно. Есть небольшие такие вот немножечко чечевичка, конечно, мазотопир. Здесь уже была обработка. И мазотопир все же как-то почувствовала. Есть листочки вот немножечко такие более суженные, меленькие получаются. Но как бы в общем картина хорошая. Потому что здесь уже неделю назад отработали. Где-то гербицид подействовал. Также здесь был почвенник. Прометрин. В целом вид приятный. Теперь главное, чтобы погодные условия были на стороне чечевицы. Но пока все вроде бы неплохо. Относительно тепло. Есть влага. Есть достаточно хорошая защита. Чечевице теперь остается только одно – расти, развиваться. В общем, можно сказать, что пока все хорошо.